نیلوفر عثمانوه دختر یگانه یلدوز عثمانوه بوده از خردسالی روی صحنه هنر است. اگرچه آوازخوان شدن دخترش را خواهش نداشت ولی با گذشت وقت مهارت فرزندش را دیده به او دعای نیک داد. اکنون مادر و دختر چندین بدیه ها سرویدند که باعثی توجه مخلصان زیاده گرده است. حتی در برنامه کنسرتی سال 2021 یلدوز دخترش را همچون هم‌آواز که آن را در زبانی موسیقی بک وکال نام می‌برند جای داده بود که این را نیز آوازخوان یک تجربه خوبه در ساحه برای دخترش عنوان میکند. نیلوفر امروز ما نمی‌بینیم در کنسرتتون. بک وکال انا школу получила, но у неё много работы. Когда я делаю концерты, я никуда на свадьбу не работаю. Я не выхожу. 4:30 я должна быть в зале, я в зале. И меня пушкой отсюда не вытащишь. Я готовлюсь. Вы видите, мы сейчас все готовимся, мы сейчас все напряженные. И никакой свадьбы не может быть даже, да? Поэтому я, когда работаю, у нее работы много, потому что те, которые не могут платить мне, и начинают ее делать. А я не разрешаю заходить, выходить или оставлять концерты. Если она будет участвовать здесь даже хотя бы как бэк-вокал, то тогда... Вы знаете, что у нас несколько народных артистов, это которые у меня пели, начинали с бэк-вокала. Это очень большая школа. Сейчас один из них вот в театре «Новое» директор. Он когда-то начинал отсюда. Понимаете, это очень огромная школа работы, знакомства с публикой. Я еще раз говорю, эта публика – это самая высокая публика. Почему? Не потому, что они большие люди. Нет, это не большие люди. Это те, которые понимают вкус жизни, понимают литературу, которые читают книги, которые читают Коран, которые читают намаз. Есть ценности, конкретные цели. Это целевые люди. Поэтому они для меня дороги. Богатый человек всегда он меня купит, поставит напротив себя. Я так не ценю. Я ценю именно вот, которую понимающая публика, которая умеет ценить. Это очень многого стоит. Поэтому те, которые хотят участвовать, они не имеют права, так же, как и я, выходить с концерта. Только после концертов. В этом году я не участвовала, потому что у меня были своя работа. График у меня тоже очень был наполнен, что я не могла просто приходить и уходить, когда мне это было удобно. То есть ответственность у нас 100%. Если я участвую, я всю работу убираю в сторону и просто сосредотачиваюсь именно на программе, на концерте, на репетиции. Я стараюсь 100% туда вложиться, чтобы это ради себя, это не ради нее вообще-то. Ради себя я всегда каждый год просила. И в этом году, когда она тоже мне сказала, ты в этом году будешь участвовать, я говорю, я очень хотела бы, но нет, я не смогу. Потому что, зная то, что у меня какой график здесь, и мы по вилаятам ходим, мы в Таджикистан очень часто приезжаем, вот, Казахстан. То есть очень много разъездов было, и я не смогла. Только причина была из-за этого. Было бы некрасиво, если я бы приходила, уходила бы, вот. Так было бы, неответственно было бы. А я не люблю так работать сама. Я люблю дисциплину так же, как она. У нее спартанское воспитание, и она меня так воспитывает. И вот даже те участники, которые участвуют, точно так же воспитываются. И даже танцоры тоже. То есть у всех дисциплина есть. И тогда всегда выходит хороший результат, качество. نیلوفر خود را تاجیک دختر پنداشته سالهای اخیر بیشتر به سرودن ترانه‌های تاجیکی رو آورده اقدامش را ادامه دادن است. این از اولین ترانه‌های سراینده است که با زبان تاجیکی سرایده شده است. Думала, честно говоря, чтобы узбечка пела на таджикском. Это как бы таджикский народ. Я знаю, что они своих принимают. Но когда они узбекских певцов тоже принимают, только чтобы они пели на узбекском языке. Они любят узбекские песни, я это знаю. А там приглашают же нас, они любят, они слушают, они знают песни, они знают слова.
но не всегда они принимают именно от узбечек таджикские песни. То есть это было еще и как челлендж, да, как бы, да. Интерес был тоже. Сначала думала, ну, как это будет воспринимать, понравится народу, мухлисларге. Я вот очень этот, старалась, и потом мама говорит, ну ты знаешь, они твои родственники, так что ты далеко, говорит, ты только своим поешь. Я говорю, да, хорошо, я постараюсь, и я вот попробовала, и мухлислар, что мана кабул калышты, я очень рада, и я до сегодняшнего дня вот тоже еще работаю над песнями, именно я готовлю сейчас песни. Значит, еще будет новая песня, да. Бог даст, вот мы обязательно будем и вам тоже давать клип и песни, чтобы вы тоже ставили это нашим слушателям в Таджикистане. Хочу, чтобы моя мама жила долго-долго, здоровая была, чтобы счастливая была, и удача, чтобы сопутствовала всегда с ней.